Ну, так сказать, и все будет нормально. Сегодня я вижу, что ненормально, просто поприходили платежки. Платежки поприходили из-за того, ну, причину, наверное, все знают, вот Ирина Николаевна должна была озвучить. По их утверждению, Обленерго неправильно установлен счетчик. Ну, это же их вина. Вот, давайте как бы, да, мы же привыкли все время делать там, кто-то, ну, ошибку исправлять не за счет людей, а за счет того, кто виноват. Так подождите, счетчик поставили год тому назад. Давайте, если нам сделают льготу на 6 месяцев, далее, приходит комиссия, никто ее не видел, никто не знает, утверждая, что они составили акт. Кто присутствовал, когда они установили, что неправильно установлен счетчик? Объясняет это тем, вначале устно объяснили, что неправильная проектная документация, далее они сказали, что документация нормальная, неправильно установлены счетчики. Устанавливал счетчик жилец или устанавливал счетчики две юридические организации, которые должны понести ответственность за это? Почему должны расплачиваться за это? Обратите внимание, что они пишут. За ваши адресы, столун, это буквально у всех, это одинаково. За ваши адресы, столун на факт неверного облика тепловой энергии. Кем установлено? Кто здесь был? Какая кто комиссия видел, установила? Да. Где обоюдный? Кто доказал? Друга, ну вы ставите, как можно без плана смотреть, ставить, где какой дом? Я вообще удивлена. Ну как это так? Ведь не пришел мастер, дядя Федя, вот это на этой трубе закрутил кран. У них проект есть, дома всего. Он все подвалы кругом, все открыто. Все открыто, как можно? Извините меня, вы пришли на ткацкую фабрику, пришли вместо рукава штанину. Это то же самое. Не, ну вы же, да, вы же шьете это.